впервые. Не огурец, нет, луховицкий огурец, нет. Это, значит, впервые у нас состоятся исторические парные концерты Александра Розенбаума и Григория Лепса. Известно ли тебе об этом? 16-17 число, Москва. Да, Кремль. Приходите. Лучший тандем российского шансона. Про этот концерт мы уже выяснили один любопытный факт. Оказывается, это не просто концерт. Он приурочен к выходу совместного альбома, который так и называется. Название альбома. В этом случае, почему так, же? Возможно, это такая коллекционная редкость. А может быть, это ошибка дизайнера. Я думаю, что, а может быть, удача пиратов. Может быть, диверсия демократов. Все, что угодно. Либералов, масонов. Но страшное дело, действительно, вот именно в таком виде альбом вышел в тираж. И мы вспомнили, что аналогичные события происходили только много-много лет назад, когда вышел первый легальный диск Аркадия Северного, который назывался «Русских шансон». Да, Аркадий, покойный Аркадий тоже умел зажечь.